часто думаю о том времени. Это время моего детства, мои молодые родители, наш дом полный любви. К нам приходили гости, звучала музыка. Мне иногда нужно спросить у своих родителей о чем-то важном. Но я не могу это сделать, потому что их давно нет в живых. А понять я их могу, посмотрев те самые фильмы, которые они смотрели, или могли бы смотреть, если бы они были сняты. Что лучше расскажет об эпохе? Замыслы воплощенные или невоплощенные? Кто лучше расскажет о кораблекрушении? Тот, кто выжил? Ну что расскажет тот, кто выжил? Как мне было страшно, я бежал по коридору, я выбежал на палубу, здесь стояла очередь, мне досталось место в шлюпке, нас спустили на воду, был жуткий холод, у меня был фонарик, свисток, через 2 часа прилетел вертолет. Нет, о кораблекрушении лучше мог бы рассказать тот, кто не выжил. О том, какой это был ужас, как медленно в трюм поступала вода, как медленно приходила смерть. Неснятые фильмы – это не выжившие в кораблекрушении. Может быть, это посвящение неснятым фильмам. Может быть, это посвящение моим родителям.